Все мы, конечно, уже устали от войны. Да, я вас понимаю, сам такой. Но мы забыли, какая Лозовая была до войны. А очень сильно много интересного хранится в архивах, таких еще, которые, ну, еще даже в YouTube не попадали. Да даже в сеть я их не бросал. У меня есть фотографии, с которых я сейчас вам сложу очень сильно интересный, красочный такой альбомчик. В связи с теми изменениями на YouTube, конечно, они не радуют. Просмотров стало очень сильно мало, многие просмотры не считаются. Россияне, когда смотрят мой канал, мне не считывается ни реклама, ни просмотры, то есть так, за даром. Так что, жители Украины, подписывайтесь на мой канал, не забываем ставить лайки, это в обязательном порядке. Также я собираю определенную сумму денег, а это ровно 300 евро, которые мне очень сильно нужны. Я объяснял в прошлом видео, кому интересно, посмотрите, зачем я собираю эту сумму денег. Пошли, конечно, отзывы, как всегда, откликается только Украина. Ну и когда у меня были донаты, когда у меня очень здорово, хорошо в YouTube шло продвижение, дружественные страны, ну, конечно же, Прибалтика — это очень сильно такая отзывчивая, и Турция, и Италия, мне в донат все бросали денежку, кто очень мало, кто мало, кто по возможности больше, конечно. Все бросали деньги, кроме России, конечно. Россияне мне ни разу ни одного доната не кинули. Ни одного. А сейчас даже вообще, просто даже просмотры. Хотя бы хоть лайком поддерживаем тот, кто за Украину. И мы сейчас переберемся, конечно же, к нашей красоте летней. Это у нас Дворец культуры. Это такая площадь перед заборчиком. Здесь был вообще, ну, такой, ну, типа, как, ну, вот, дикий такой вот промежуток. Целина. Подобрал я правильно слово. Это, конечно же, я. Я это, ну, это ж даже не отрицать. С цветочками. Возвращаемся мы теперь к этой целине. Вот она более подробно начала обрабатываться. Очень сильно интересно. Это к нам приехали харьковчане, харьковские дизайнеры. Молодцы ребята. Вечером мы начали собирать клумбу. Такие общительные ребята. Мне вообще харьковчане нравятся. Да и мы ж, можно сказать, Харьков своего рода. Это у нас дали они нам свой мотоблок, такой прекрасный мотоблок. Они им так дорожили прямо, она кричала, их мастер, говорит, вы на него даже не пишите. Ну и закончилось тем, что он сразу поломался. И мы взяли, как говорится, лопаты и начали лопатами обрабатывать нашу целину. Ну, лопатами это куда надежнее, чем какой-то мотоблок. Вот так вот мы ее обрабатываем, он мотоблок же стоит, ну так как уже он просто без действия. Это у нас первая сердцевинка, мы ее собрали. Ну, дело, конечно, к вечеру, уже к вечеру. Ну, вы очень сильно спешили, старались успеть. Это мы уже больше обработали, вторая маленькая такая сердцевинка уже. Ну, это уже у нас три сердцевины, уже прямо-таки красота, красота вырисовывается. Это уже вечереет, и можно сказать, она уже собрана. Наша клумбочка перед Дворцом культуры, а это вот она вся, и уже почти темно, можно сказать. Ну, красивая, конечно, получилось. Кто помнит, ставим лайки.
кто участвовал. Тем более ставим лайки, пишем комментарии. И мы продвигаемся дальше. А время ж было как раз именно вот такое, как сейчас, 9 мая. Это у нас Парк Победы наш. Вот он. Я снимаю, конечно, поливаем, но это тоже харьковские дизайнеры, тоже нам помогают. Молодцы. А это, конечно, к 9 мая, к дню поминовения войн. Так, и это к дню поминовения воинов, тоже к 9 мая. Вот так вот у нас здесь клумбочки тоже собирались, очень сильно красивые, замечательные. Вот такой вот выход у нас. Ну, вот так вот красиво у нас все получилось. Очень здорово, хорошо, конечно, вспомнить. Правда, красиво, хорошо. И когда закончим мы с этой войной, победа, конечно, по-любому за нами, в любом случае. В русском мире с кем я не общаюсь, по соцсетям и везде, и в мессенджерах, жить никто не хочет. Все будет правильно. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И всем пока-пока. До следующего ролика.